Конгресс США одобрил закон о передаче Турции двух ракетных фрегатов USS Halliburton и USS Thatch. Как передает MIGNews, оба фрегата могут быть оснащены управляемыми крылатыми ракетами. Добавим, что в конце прошлого года на фоне обостряющейся обстановки в Сирии Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой продать ей 117 ракет класса воздух-воздух Sidewinder для вооружения истребителей национальных ВВС. Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США уже уведомило Конгресс США о возможной продаже Турции ракет и сопутствующего оборудования на общую сумму 140 миллионов долларов. Саудовская Аравия ведет переговоры о заключении военного контракта с Германией. Как сообщает газета Bild & Sonntag, речь идет о возможных поставках 30 машин радиационной, химической и биологической разведки Динго-2. Стоимость контракта около 100 миллионов евро. Ранее Саудовская Аравия заявляла, что готова закупить до 100 таких машин. Эр-Рияд также выразила заинтересованность в приобретении танков «Леопард» и колесных БТР «Боксер». Страх перед исламом и мусульманами настолько глубоко проник в сердца западных агентов, что они готовы потратить все деньги мусульман, скупить все оружие мира, лишь бы уберечь себя от гнева Аллаха и его уммы. Но не принесут им их деяния ничего, кроме плодов горечи и разочарования. Могущество присуще Аллаху, его посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого.